Саша, который потяжелее. Тебе надо живот подставлять к столу. Ты слишком далеко животом от стола. Но все равно, поближе становись. Сейчас уже старенький, уже не та форма. Его можно зацепать уже и даже... Да, он еще поговорить может, а вот побороться уже, наверное, не так. Ну, опытный, рассказать может много. Його можна раз зацепити, два, потім він перестроїться і вже не дасть такого, так, якщо не виконуєш. Ну, для мене, типа, якщо... Ну, в призи ж він не попав, так, як я зрозумів? Там теж четверте. Слабенько. Четверте місце саме обідне. Да, це обідне. Коли ти вже почти у призовий, блін. Називається дерев'яна медаль. Да, да. Жоп приїхав з якимось батьком своїм, типа, в цій області. І він віддав йому руку просто. Я не мав на нього попасти. Договорняк. Да, да. І договорняк. Так би йшов собі нормально. Ну, одну ставку проіграв, чесно, але там нарав, знаєш. А на нього не мав попасти. А сам ти з якої області? З Хмельницької. Там, де Хмельницької. Я з ними там не борюсь, бо вони в Хмелі, я там. Понятно. Тільки їздив місто на зварі. Там ще є безпечу парі, ось 5,90. Він так, серйозно? Дуже сильно. Вітя. Він ставав і на лєві, і на праві. Ну, Спанч Боб – це вне конкуренції. Так, да, це саме так. Це ти був ще під цар, да, на турнірі? Ну, там не бачилось, не Ні, не бачилось. Ну мені щось твоє лице, я тебе на фотку просто десь в них бачив, типу, десь тут не був. Он просто звісна медійна лічність в Ютубі. Ну туди деколи на змагання, типу, ми їздимо, щоб він поближче до нас. А, тоді боріться. Просто без фарту. Реді гоп. Це все сила колец. Властелини кольца. Я тоже вчера три части посмотрел. Блин, я вторую начал. У меня уже мозг запух в конце третьей. Властелины колец. Это соблазн. Это все. Это тренировка. Не, ну так это, слушай, первый номер в рейтинге он должен. Макс, вам надо вот того кабанчика с беговой дорожки пригласить. Пицепет, да? Да, мне кажется, он это даст вам бой. Что он сможет вам составить конкуренцию. Там килограмм 130 точно есть. Налево я думаю.
час. Плюс він. Щоб ви з кабанчика затаскали. А, да, я тебе буду. Давай, я твоя сила. Хорош, на 80. Давай. Саня, ты на Новый год не ел стероиды? На Новый год ПКТ решил сделать? Вам надо, ребята, под старт бороться, потому что у вас кто навяжет свою технику, тот и побеждает. Вы договоритесь, допустим, 3-5 раундов, и пусть Макс вам даст ready go, да, потому что так это глупость. Явно видно, что тут в старт надо бороться. Только плечи выравнивайте. Я, да, вот так вот. Потому что заряженные стоите. Вот видишь, сейчас плечики подровнял и уже тяжелее. Совершенно по-разному борется. Леворукий бандит. Ну теперь понятно, почему ты с Жохом цепляешься. Лево, да. У тебя, видать, левая действительно. Вандаляка на левую закрутил. А кто это такой, простите? Я просто не знаю. Тоже чувак с Хмельницкой в 70 вступает. Да? В 70? Ну, ведь всегда я, слушайте, по 70. Ну, походу, крепкий парень, да? Він колись вообще не досягаем. Ничего себе. Я коли лишь начал варюся, не вижу. Не, ну я можу, але це буде варюся. Ну може давай пропонуй, я варю. У мене даже есть варки, типа, то мне надо, типа, не упитать. Тоді я можу, але чисто верхове движение, мене, ну, ну надо, що, давай, порядок слава, я буду. Прикольно би було цей, як наліво дуже сильний пацик серій, Мирону чи Мирони. Ничего себе у него левая. Да, да, да. Ужас. Пронатором, блин. Нет, ну просто тянешь пустыню в связок. У меня такая борьба, я тогда я скибью, типа. А там что-то полечало. Я могу убрать. Дядя, ты хорош на левую. Не, ну как бы, я могу. Хорош. Но, знаешь, нет, ты-то можешь, но я понимаю, что для 80 килограмм очень хорош. Это что у нас вот левщик, кроме Макса, кто еще? Да. А ты говоришь, что ты на левую хуже выступил на кубке? Да. Вот, кажется, жёг, просто, типа, одним... То есть чисто по сетке не зашло? Да. С одним, типа, мы не равны были. Потому что явно видно, что у тебя левая и техничнее, и жёстче. Мне кажется, что правая техничность, а левая просто сильная. Мне удобно брать с левой рецепт. Когда мы начинаем это так, мы будем так и левую, мне удобно просто. Хороший на левую, хороший. Ну, мы в Мели, типа, мы в Каменце, но мы не пьем федерацию. То есть мы на знание ездим вместе, типа. Но ты тренируешься сам? Нет, в Каменце на свете. Ну, так само, где человек. Идеалов в Каменце? Да, да, да. Я все ее тоже знаю. У нас там есть пацаны. Василь Токарь, я там такой. А ты откуда всех знаешь? Да, знаешь? Да, да. Я с Бурга все знаю. Да?
Я скажу, в Києві тут, так, в Києві катався. Розік, Володя, 160 км. Так, ну надо центр чуть-чуть на Максима отдать, сильно забирает центр. Сейчас хорош центр, есть все четко. Только вы немножко подсупинированные стоите, ну уже ладно. Саша, ты за гриф когда будешь знать? То есть она приедет? Ну, будем без подробностей. Ты просто мне скажи, да-да, нет-нет. Я уже рік з Сашою списом боявся, що це приїде, я кожен місяць приїжджаю, а так ніяк ми не можемо зустрітися. Ты в ТикТоке не зарегистрирован? Там есть такой прикол, что-то типа новый фильм Джеймса Кэмерона «Киборг-убийца». И какого-то алкаша показывают. «Киборг-убийца». Ну да, оно такое дурноватое, да, да. Я бы не Я з ним боровся, як говорив недавно, але це теж це було після команди. Я його не витяг, я його можу так підтримати. Просто чи зможеш ти перевести на варті? Ну я з ним є просто, я вчастую. Так. Бо йому удобно. У меня из-за нашей фоновой музыки все видео блокируются, потому что когда Рамштайн рубает, типа авторские права включают. И у меня все видосы. Дай другим номером, зайди в мінус. Я понял, ну давай зараз зайди, ну просто в очереди. Я може так ніякого ефекту немає. Я вже десь не бачив його перед вами. Давай, так. Наверно, так перша передача. Він просто мощний, так. Я фіксую фізуку. Давай, відпусти, пусти його, так. Тепер тримай. Ти розбираєш, нема значить сильно. Давай, давай. Ні, ти такої херні не роби. Мені кажеться, він виступає. Як тебе звати? Не роби такого. Ти ж на змаганнях так будеш робити. Оце ти голод, типа, о, устав. Ти ж не ханжин не піднімаєш. Ще раз такого. Так, це дуже очень, ну, полегшує. Я просто ще запрашиваю, це дуже постепенний рефлекс. Ти сюди впадаєш? Ні, якщо технічно, я подожав, воно прострілювати починає. Просто інтересно, воно технічно. Ну, ліве помушу. Руку стерню. Юрановский? Да, 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 да. Типа, прям так резко кидай руку, что аж мини больше. 100%. Ну, в принципе, виглядає і всім у нас, і 80 спокійно. Ну, так, так. Але останній раз, що виглядався, 14. Я думав, що лише синтез буде, типу, волокон, що я просто встановлюсь, теж не потик, а я перед тим просто лише відновлюсь, але мені кажуть, це мало, треба вже доповнюватися. То воно, нічого не порішає. Але сказали, буде кофе. Але це такий, в нас федерація деньги не жаліти. Це прикольно зробити допінг всім. А по-нормальному робиться допінг всім при замісті, всій тройці, взагалі, в ідеалі.
Нет, ребята, такого не будет. Ну, будет как максимум одна допинг-проба на одну там категорию, я думаю. Просто тянутся билетики. Может вытянуть первое место, может второе, может третье. Нету федерации денег делать всем, это нереально. Надо нормально потратить. Конечно. Это невозможно сейчас. Тем паче в коронавирусные времена. Кому куда? Сума на проведення цих змагань заходів 600 чим-то тисяч. Ну так, я не даю вот это ні о чому. А це без вищу? Нормально? Так. Да. Він сильний. Я не знаю, але він дуже сильний. Я знаю щось. На лівій нічого не можеш зробити йому? Міг. Якщо, ну от на чемпіонаті, ну після того, що ми пробували, якщо я відкручувався, тут же тримав, то... По ощущениям я бы уже вытягивал. Вот видишь, я же говорю, ты крепкий налево. Ну, но у него правая лучше. Правая хорошая, да. Він направо происходит. Не, ну я не сказал бы, что у вас великий разряд на праве. По ощущениям, типа, ну, я не знаю, просто, то есть, если ты, ну, тренировался на праве, то вы бы, типа, на варку поближе. А, знаешь, все будет, потому что здоровье. Цена должна. Нет, я... Ну, це таке діло, типа, нормально. Ну, я був всі тих тиждень, але, типа, ну, це, знаєш, якщо не 100 тоді, у нас така концентрація в Львові є, типа. Все одно, на зрав він є, типа, десь, я чувствую, що там сильніші фіг, я просто не можу, типа, ніяк тобі забути. Ти будеш директором? Бо я, звісно, я нормально. Угу. Ну, навіть не те, що сама кість, якщо чесно, в нас є, що потягнути якісь документи, проб'єш. Ні, ну я, ну є, там, у мене від 90 до 80 скачок десь. Я, ну, на процесі року він міняється. Не хочу категорію? Ні, ну, нормально, 80. Типа, я в 90, це вже все, типа, там, лише ніж до біду, то фіга, все. Пальці ловить. Давай заряджу. Я 80 десь сильно сухий, типа, ніхто не хоче в крюк із вас боротися, да? Придеться зав'язуватися в зав'язку. Ні, максимум фанатом. Ну, ви на розрив йдете. Немножко корявый, но был. Ну, потому что вы не боретесь в него никогда. Все время вверх да вверх. Все время избегаете крюка. У нас тут есть боксер один, под 2 метра роста, он весит где-то 105-110, такая клешня, просто пиздец. Запястье, 23 сантиметра, и ладонь на раза в полтора больше, чем у Макса. Просто такой, блин. Да, да, пальцы длиннющие, толстющие, но он бороться умеет плохо. Он 2 тренировки всего у нас посетил пока. Ну просто жесткий там самый. Ну вот анатомия такая, знаешь, то есть. Тем более кисти забоит. Берешь за руку, да, и понимаешь, что если бы человек лет 10 отзанимался, это был бы, ну, как Лалетин, то есть. Точно такой же по генетике. Мы ставим с ним. Да. А люди годами пашут, и все равно таких объемов никогда не будет. Давайте на левую, я буду говорить ready go, и будете по очереди с Максом бороться. Так нет, по очереди будете бороться. Типа король горы как. Ну я все равно чуваю даже в сказку, даже в что я что-то попал. У меня вся химия тут не происходит. Вообще, тут все такие, такие растяжки.
Ну, Максим такую борьбу задает. С ним основная нагрузка это в пальцах и в запястьях. Да, да, да. С ним, когда борешься, мало там бицепс, трицепс напрягаешься. Исключительно кисть, да, да. Так и есть. Так и есть. Ну, це кайфово, бо потом з меншим речем ти будеш. Не, ну, мне придется закручиваться. Я верхом не потяну тебя с резинами. Мне придется закручиваться. Да, да, у него послужной список побед уже там такой. Да, да, да. Это как больше как Акперу в железном рейде. В каждом выпуске. Это точно. Надо на балю. Саша, опасно. Вот я так и порвался в такой же позиции. Опасно. Что боксер вообще выпадает с нас? Рома? Ну. Да, у Макс правильно говорит. Он чисто, ледотюга. Да, да, да. Але чого прикол, що я і так, і сяк, і сюди. Ні, тупо лиш. Так само, як він мені жав, і все, тупо, як він на станку був. И причем он довольно неплохо прогрессирует. Он когда первый раз к нам пришел, то он совсем ничего не мог с Максом сделать. А сейчас на второй раз смотрю, он уже через раз там Макса подцепливает на правой уже такой, знаешь. Это, наверное, один из усилий. Я бы не сказал, что даже прям типа ну, тобі удобно закладати, ти ніби, але стоїш сюди. Так, щось він все разом налів, щось не і туди зразу. Саша Юру тяне? Дарчик. Давай, починаєш тримати, тому тянеш мене на лучі. Прямо не тяне, не тяне? Ну, как сказать, понимаешь, Юра, он все время борется с вами после тренировки двух-трехчасовой, забитый в говно. А на свежую, я не помню даже, чтобы он с кем-то из вас боролся, поэтому сложно сказать. Ну и на забитую, когда Саша с ним боролся, да, он его пару раз протаскивал, но потом Юра включается, и Саша уже ничего не может сделать. Мне даже самому интересно посмотреть вот полностью свежего Юру в борьбе. Да, но это же я говорю, при том, что он боролся после двух часов тренировки с тобой, понимаешь? И еще у него порвана связка на руке. То есть он восстановит связку, если он свежий, да, он очень хороший. Я не помню, Макс или нет, но кто-то порвал, да. Здесь, вот здесь растягиваешься и спиной не тянешь на себя, локоть оставляешь на месте, а туловищем уходишь. Тяни локоть за грудью. Тяни, тяни, тяни. Ну видишь, кисть сам себе что-то раскрыл. Вот это хороший раунд получился. Самый четкий раунд за сегодня. Красивый. Такой, да. И крюк, и вверх прям, и бок. Да, да, все техники. Кто не сказал в железном рейтинге, что типа одна думает, одна типа сеть. Мне кажется, что лево сеть. Просто она не думает больше так. Правда, я лучше, типа, не буду говорить, скажется. У меня просто прям то мало сухарей.
з травматизмом. Ах, ж ні, ну право прям. Да, жорстко. Только лечить. И когда ты восстановлен, то да, это дает результат. И технично ты можешь так попробовать, все. А потом тебе половина болит, ты пытаешься, когда там будет плачь. Конечно, ты же больше уже подзабылся, а теперь я просто не буду. Ну прям, якщо ж бен пропускаю сюди, то вже все хрень. А, типа хто забанував цю роту? Фонтал. Ти зараз обгорнати це. Що? Може зв'язку це щось. А ти попробуй, слышиш? Попробуй докручувати його далі. Ні, стараюсь, то видно, що деколи я встигаю, а якщо він вже, знаєш, чуть-чуть виводить сюди вже. Ні, тут всі проігрують, це нормально. Если ты всех выигрываешь, то значит что-то не там ты борешься. Это как раз сейчас ясно. Завязал сам себя плохо, видишь? Сильно вот так. Ну он дал фору просто Максу. Может быть. А, ну да, он видит. Понимает, что надо кабанчику дать фору. Не, поверху, знаешь, что там раунд 5-6 смотрится, а цифры 2 литра за руку, все, он стоит банк. А ладно, пошли. Ну, в село у нас, даже необычно село. Просто как бы закачал, растянул, да? Оно как бы не то, чтобы сильно болит, но болит как начинает, что уже когда начинает бороться. А шалость, то есть я на горизонте начинаю? Оно будет, но просто потом через такой парень. О, я помню, это такой огромный парень, да? А, значит, я не про того думаю. Давно не хочу. Я пропал. А, это не тот, который орет все время? Да. Сейчас типа тролль говорили. Да. Сейчас типа тролль. Не, но он хороший техничный. Хороший парень, да. Бог. Ну, хотя бы половину его наступая надо к марту. Ну, да. Да, він і цього помню. Ну, я думаю, половини достатньо. Він дуже стабільний жорсткий. Так. Я вони якісь. Да. Ощущение, що там не одна. Так. Вийшов зараз після цього домой? Чи ще після? Ні, домой. Я просто за компанію. Максим говорить, давай поїдемо. Я говорю, давай. Я в качестве видеооператора. Потом повеселить вас видосиками. Вы уже занимались целый день. Зюром так, как у меня. У меня даже меньше, наверное, 41. У меня, я думал, что я поверил бы, не послал бы, не встал с кровати, ведь что у меня 42 года. Нормально такие дела. Что у меня зюром будет? VHS, что-то такое там, короче. Что-то такая, типа аматорская, да? Ну, не сказал бы, что аматорская. Сейчас я что очень мало ребят, фактически их нету, которые могут бороться каждую субботу. Это очень сложно и травмоопасно. Да. Как правило, одна суббота проводится просто в тренировке, а одна в борьбе. Одна в тренировке, одна в борьбе. Да, и тогда получается самый такой рациональный подход. О чудо! Если у нас на жесткий, на левый жесткий пацик, у него 65, серый, у него что-то на левый приход вечного аппарата, не знаю. Я сейчас за него сам, даже он чемпион Украины, 65 или 70, с Киевской области. Еще вечно с телефоном ходил, тоже снимал. А, Мариконь? Мариконь. Очень хороший хлопец на левой, да. Да. На левой очень хороший. Мариконь. Просто ты что-то такое сказал его фамилию как-то так, что я и не понял. О ком-то. Мариконь, да.
Хороший он. Он выигрывал же кубок. Саша, ты когда пронируешь, ты не сползай пальцами с его руки, а держи жестко пальцы. Ты мизинцем должен жестко держать его кисть. А у тебя сползает постоянно мизинец. Вот даже сейчас все равно ползет. Так, так дело не... Нет, не потому что он короткий, потому что ты неправильно берешься, да. Другая каже, попробуй чуть-чуть піднакривати кисть ему, щоб пальці. Для тебе якась тренировка пальців цікава. Станете здесь. У вас будет вообще дым. Людей мало. Конечно, дым. Ну, блин. Ну, ладно, давай. Давай. Все. Давай еще. Ну, давай хотя бы завелся. Химия вышла. Да. Давай трошки еще. Макс, это ты реально пришел, что съел и мякал, блядь. Так, ну мы сейчас видео ютубчик не закидываем. Бачимо, якраз серед розопадіння, ми не можемо масу.